Сердце в подарок. Такой необычный презент красноярцам сделал художник Василий Слонов. Правда, подарил он не свое сердце, а ватное. Скульптуру установили на площади перед Красноярским музейным центром. Как написал на своей странице сам Слонов, это сердце Родины, поэтому оно такое большое и теплое. Далее цитата. «Предсказуемое, почерневшее от пота и крови уже ушедших поколений». Конец цитаты. От себя добавлю, все-таки жаль, что оно серое, в наше время красок и так не хватает.